тестируется глубина погружения. Для резки бетона, конечно же, мы рекомендуем использовать охлаждение, да, в виде подачи воды. Обращаю ваше внимание, что кожух у нас имеет подачу воды с двух сторон, что гораздо продуктивнее, да, лучше охлаждает алмазный диск при работе. А для подачи воды вот я буду использовать наше решение с речтанг. Вы видели его на зоне сад. Из опыта могу что сказать. На аккумуляторе М18 емкостью 4 ампер-часа свечтанг способен выработать 11-15 литровых баков. При этом обращаю ваше внимание, что свечтанг создает еще и давление порядка 8 бар. Плюс имеет регулировку, да, вы можете регулировать объем подаваемой воды. Предлагаю немного порезать бетон. Включаем подачу воды. Работа выполняется очень легко.